Всем привет, ребята! Ну что, появилось у нас событие «Веление сердца», где за ключи власти можно получить довольно огромное количество голов, но опять же, это будет зависеть от ваших ключей власти, в зависимости от того, сколько у вас есть. Их можно получить на разных мини-ивентах, таких как «Тропа войны», и не только. За все время можно накопить порядка 150-200 ключей, плюс-минус, как бы, да, но опять же, зависит от вашей активности. Я накопил 52, учитывая то, что я тратил как бы на те или иные действия, допустим, в заданиях тут ежедневочки выполнить, чтобы забрать последний сундук. Ну, иногда не успевал и тратил как бы, но советую, конечно же, этого не делать, потому что в этом событии можно получить намного больше голов, чем вы будете просто так их тратить. Здесь, в принципе, не все командиры присутствуют в нашей игре, но здесь можно взять тех или иных командиров, которые вам, по крайней мере, как-то помогут в полевых действиях, возможно, где-то в гарнизоне, как бы, да, но это зависит от вас, что вам нужно здесь из этого. Я лично возьму Зенобия, Пакаля, Харальда, ну, в принципе, скорее всего, пехотных я возьму всех, тут, в принципе, брать-то толком-то и нечего для меня, да, и два, наверное, кавалерийских получается. Саладина докачать надо. И пускай будет Сянь. Посмотрим, что у нас выпадет. По 10 штучек открываем. То есть там есть шанс получить сразу фулового командира. Давайте пробовать. Так, получается, 3 головы мы взяли. Да, скульптура Зеноби, скульптура Пакаля и еще одна Зенобия. Дальше продолжаем. Кстати, неплохо на самом деле. Вот это вообще идеально. То есть мы получили фулового Пакаля. 10 головушек, то есть 11. 12. То есть у нас уже, в общем, 15 голов за 20 ключей. В принципе, неплохо, неплохо. Зенобия фуловая. Отлично. Это уже 25, 26, 27, 28 голов. 2 Саладина еще, да? Угу. Так, еще плюс 3 головы, 30-ка получается, да? Отлично. Саладин фуловый. Неплохо. То есть получается 42 головы за 50 ключей. В принципе, это неплохой результат на самом деле. Отдельно я еще покажу, как у нас с Альянса наш товарищ по оружию сделал довольно большее количество открытия ключей именно, да, и получил тильные определенные головушки, так сказать, да. Давайте еще бесплатно откроем. Может, там какая-нибудь халява будет и десяточка упадет на самом деле. Ну, нет, конечно, не упала. Получается, событие будет еще идти 4 дня и 21 час, получается, да? То есть за это время, в принципе, здесь мы не головушек, а ключей больше не возьмем. Это, конечно, печально, но, в принципе, ничего страшного, да? Отдельный фрагмент чуть позже я покажу. А мы еще услышимся. Пока-пока. Thank you.
Thank you.